Мы выходим на Гребенскую улицу. Здесь можете посмотреть, сколько людей. У нас, кстати, все, смотрите, столики в Джузеппе заняты. Там у нас все люди атаковали гиро, шаурма. С этой стороны, смотрите, друзья. То есть у нас, ну, действительно, нет места. Вот вы заходите посидеть в бар, в этот парк Джузеппе. Ну, вам скажут, извините, тут у нас все дорого, но столиков свободных нет. Ну, как дорого? Дорого или дороже денег. То есть, ну, это не дешевое столовое заведение. То есть, с той стороны жарят шашлык, все занято. Здесь, смотрите, огромное количество людей. Сейчас пойдем туда, к зоне фильмов. Так, смотрите, идем, друзья, смотреть, что тут у нас происходит. Кафешка тоже. Вон вам дэнс, уже люди все танцуют. Причем людей очень много. Вообще танцуют. Тут тоже диджейский сет, что-то такое должно происходить. Смотрите, сколько народу. Вау. Вау, просто, ребятки. Еее, врываемся. Кеша, не сиди дома. Это мы им продам. Все, кто хочет потанцевать, я думаю, в Анапу пора приезжать. Потому что здесь народу танцует огромное количество. Это очень круто. Причем молодежи в основном. Слушаю. Кайф. Все доброе. Вообще супер. Вообще просто кайф, ребятка. Смотрите, сколько здесь еще. Не видно, жаль. Весь берег, весь пляж в людях, ребята. Фантастика.